Ребят, всем привет! И на обзоре сегодня игрушка из Макдональдса. Там сейчас коллекция Бэтмен. И у меня уже некоторые игрушки есть, но я вам покажу сегодня определенную. Это такая вот коробочка, она железная. Это был такой мультик в кинотеатрах «Лего Бэтмен». Вот. Кто смотрел, тот знает этих персонажей. Я не помню их имена. Тут у него вот. Вот. В общем, я... Можете на паузу поставить и посмотреть. Тут нарисована женщина-кошка, по-моему. Я не помню, как их звали всех. Смотрела я давно и, честно говоря, не помню. Если знали, если смотрели, напишите в комментарии. И я вспомню. Сейчас я достану наклейки и покажу вам середину. Вот. В принципе, такая же, как здесь, только такая. Так, их я отложу в сторону и буду показывать наклейки. Наклейка первая. У них были разные имена. А, это женщина-кошка, а это Бэтгерл. Дальше. Бэтмен. Бэтгерл. И забыла, как этого мальчика звали. Еще раз говорю, напишите в комментарии. Бэтмен. А вот этого вы знаете? Джокер. У меня была еще такая коробочка, только там были пазлы. Если я ее найду, я вам покажу в следующем видео. Ну ладно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал по желанию. Всем пока. Удачного просмотра.